Всем привет! Вы на канале Perfect Gaming Channel. С вами Джей Лала. И сегодня я расскажу, как быстро взламывать отпечатки в ограблении казино. Конечно, здесь не все так просто, как с отпечатками в Кая Перика. Но есть три принципа, которые помогут стать экспертом по взлому и выносить рекордную добычу, даже когда вас всего двое. Погнали! Всего есть 4 разновидности, которые нужно запомнить. Поставь на паузу, чтобы разглядеть повнимательнее. Фрагменты всегда разбросаны по-разному. После выбора всех 4 фрагментов не забывайте нажимать Tab. Для тренировки в игровом зале можно прикупить панель для взлома. Тренировка доступна после подготовительного задания по краже хакерского устройства. На легком и сложном уровне различается количество отпечатков на дверь. На легком уровне нужно взламывать 1 отпечаток, и оптимальное время для взлома от 7 до 10 секунд. На сложном уровне нужно взламывать по 2 отпечатка на одной двери, и оптимальное время для такого взлома от 16 до 20 секунд. Не стоит торопиться нажимать Tab, если вы не уверены в выбранных фрагментах, потому что ошибка на взломе занимает слишком много времени. Лучше потратить лишнюю секунду на проверку. Если ошибка все-таки произошла, то в таком случае лучше перезапуститься. Либо выходить штурмом и остаться без куша, но какой в этом смысл? Еще одно место, где попадаются отпечатки, это лифт в офисе Агаты. Когда вы идете как бокстарс на обмане, у этого лифта нужно взламывать 3 отпечатка на легком и 4 на сложном. Если в хранилище картины, то самый оптимальный способ взлома – это бежать по кругу, начиная с открытой двери. Она может быть слева, либо справа. Остерегайтесь пустышек. Это тоже может испортить вам все прохождение. В случае, если в хранилище золото или бриллианты, то взлом следует начинать с центра. Далее брать сторону, где один замок, чтобы расчистить путь сборщику добычи. И напоследок ломать добычу по 2 замками. Но в каждой расстановке есть свои нюансы. Как эффективно выносить хранилище, мы показывали в предыдущих видосах по ограблению казино. Запускай плейлист и смотри, как это сделать вдвоем. Ну вот, на сегодня и все. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй коммент. До новых встреч!